Thank you.
Я делаю это с тем, чтобы проверить фарш на соль, на специи. Естественно, сырой не хочется пробовать, поэтому я уже показывала у себя видео в некоторых, вот такое. Ну, может быть, это секрет Полишинеля, который знают все. Но я прежде чем попробовать фарш, маленький кусочек жарю. Чуть-чуть буквально
Ну-ка, мама, покажите мастер-класс. С рюшечками. Мне так нравится лепить вареники, когда с помощниками.